Здравствуйте, сегодня будем промывать ДМРВ. Вот открутили эти болты, смотрите. Один болт мы открутили маленькой отверткой, а второй не пошел. И чтобы его открутить, нам пришлось пробелить болгаркой под плоскую отвертку. И он легко выкрутился. Так, датчик этот очень нежный. Будем промывать специальной жидкостью. Никаким не ацетоном, не очистителем карбюратора, так как он дорогой. Ну и не хочется потом новый покупать. Так аккуратно извлекаем его. Будем промывать такой жидкостью. Ну, сам процесс вот такой вот. Итак, процедуры 2-3. Ну, сушим, естественно, его. И потом собираем в обратной последовательности.